Наше правительство независимого Татарстана во главе с Рафисом Кашаповым считает, что выявить организацию, найти скрытых свидетелей, объявить ее деятельность экстремистской и наделить ее предполагаемых членов всеми наградами от Минюста, такими как иноагент, предатели Родины или враг народа, вполне в духе российских спецслужб в борьбе со свободой слова, с демократией, с оппозицией, журналистами, с национальными лидерами и организациями. Одной из таких организаций стала совершенно секретной для всех открытых деколонизаторов организация «Антироссийское сепаратистское движение». Во-первых, под организацию, о которой никто не знает и которая не проявлена никакими символами и отличительными чертами, можно подвести и обвинить абсолютно любую организацию или конкретного человека. Обременить его статьями Конституции РФ, наложить штрафы, завести уголовное дело, объявить в Интерпол, чтобы не ездили слишком много на различные форумы и конгрессы в разные страны. И тем самым заблокировать прогрессирующую международную политику по деколонизации России. А вторым моментом может быть то, что таким образом товарищи майоры хотят легализовать несколько подконтрольных себе движений по деколонизации среди международных политиков, обеспечив, так сказать, им алиби. В любом случае для нас, настоящих приверженцев антиимперского фронта, национальных движений, общественно-политических и гражданских организаций, выступающих за обретение народами и территориями Российской Федерации реального суверенитета, это не принесет ничего хорошего. Ведь мы и наши родственники уже сейчас испытываем на себе давление и репрессии со стороны российских спецслужб.